Здрасте. Здрасте. Мы вас ждали. Вы как пациент или к пациенту? Мы на новой локации, наверное, находимся где-то в больнице. Управление кинотеатра предупреждает. Отложите ваши стаканы, через несколько секунд начнется. И только зашли, смотрите, картотека, телевизор. Как он называется? Сверху, справа. Садко. Офигеть, потому что я таких не видел. Ну как, может быть, где-то и на Добросе видел, но в мое время уже не было таких. Не, не видел. А что там, записи какие-то? Вот почерк. Тека, смотри, тут 90, очень интересно. 90-го это года. Все от руки написано. Журналы 90-го года. Мне тоже когда-то была такая карта, я помню. Да, в больницах такие были. Вот это я сейчас застал. Вот, смотрите. Но... Извини, вот, все. Сейчас обратно поставлю. Угу. Что, так, написано, хер знает? Кто знает, что это за велосипед? О. Я только Айс знаю, я Орлен, они очень должен, похожи. А вот этот я не знаю. Какой-нибудь турист, наверное. Кто разбирается? Нет, культурист это спортивный, со скоростями, насколько я помню. Ну, можете, да, написать в комментариях. Это с корзинкой, это значит для... как это... спокойного путешествия по там, деревне и так далее, для того, чтобы дальше продукты складывать. Это точно не спортивный. Там еще кровать. Факт. Да. Вот это я увидел, поэтому я говорю, давайте сюда. Смотри, какая кровать. Это жизнь. Сука. Ну это для детей, мне кажется. Я уже в фильмах видела. Короче, может быть. Можно бункер. Может быть, я ошибаюсь, но может быть здесь был этот, как его, морг внизу. Обычно морг делают внизу, в подвале. Не. И мы сюда пришли. Офигеть! А, нифига, в натуре. А в смысле порно-бункер? Может, у этого слова было другое значение? Какое? Я не знаю, было. О, за 2002 год календарь. Какой? 2002. О, еще Simple, прикинь. Ребята, кто помнит ЕНТ КНКарт Simple? А я вот помню вот эти кружки. Какие? А? Железные. Какие кружки? Железные эти кружки. Вон, смотри, Simple еще КНКарт. Да, кстати, было. О, я помню, мы ходили, короче, в Simple, в ихнюю, короче, контору. Набирали наклейки вот эти. Да, божьи коровочки. У меня так и не было. У меня у подружки было, я такой, блин, я тоже хочу, а они... Косипор. Это что, это лампочки рабочие, целую упаковку, смотрите. Да, это лампочки. Уставшие, я боюсь. Ну, не факт, почему обычно накаливание не использовано, и что им там станет. Ну, заржавеет это входик, ну и что. Ты будешь вкручивать? Я-то могу, конечно, только откачивать не буду. Висфат, это что? Порошок. Я не знаю. Какой-то порошок, висфат. О, надо? Не. Жаль. Опа. А что, просто странные, так красивые. Ёбаный. Давайте низ, а потом посмотрим контур. Наверх идет. Что там валит? Валла Певот. Что такое Валла Певот? Я не знаю. Валла это, по-моему, этот... Ну да. О, нифига себе. Уезд, уезд. Что такое? Чё? О, нифига себе. Чё? Чё, светильник? О! Там... А, так это же уличная. Лампы. Ещё. Угу. Лампочки. О, гирлянда. Кто подключать умеет? Кто будет электрик? Не, подключать я умею, а ремонтировать не я. Мне кажется, это только если на кого-то на Новый год намотать. Будешь елочкой? Или на что-то намотать. Мы можем тебя замотать. Еще раз. Хочешь? Да. О, лесенка моей мечты. Как я забыла слово как-то. Подвал. Не, ну подвал, да, но... Да, тихо.
Большая белая херота. Ой, техническая была. Вот, техническая, во-первых, да. Ой, ты господи, тут голые бабы. Не, не пойдем. Мы не пойдем. Я такие наклейки собирала в 90-е, когда мне еще было там, сколько мне было? Бля, мне мало было. 8-10 лет, да, я собирала. Ты уже голых баб собирала? Да. Там были наклейки с этой, господи, как ее? Красивая эта. Памела Андерсон. Ой, да, собирала. Какой огромный. Да, так уличный, уличный. А, и в эти... Ну, эти современные уже, кстати. Куда там был дальше, на второй этаж? Иди дальше. То есть она открыта? Нет, да, открыта, да. Если не открыта, то есть другое место. Поехали. Сейчас посмотрим. На выход есть, значит, наверное, и на вход есть. Там есть? Только на выход. Нет, я думал, что здесь пройдем тоже. Ну вообще очень атмосферненькое место. Это пойдем на выше. Ой, мамочки. Ну я же говорю, беспонтовый. В смысле? Его бы так не оставили, если бы можно было бы наверх. Сейчас пойдем со мной. Ты что, меня снимаешь? Нет, оттуда до долго. Я тебе, да? Зря. Да? А ты как хотел? Я-то сейчас как Человек-паук. Все, пойдем за мной. Ну что, погнали? Пиво закончилось. Welcome. Вот почему я всегда начинаю обходить все вокруг. А, внизу лапы. А нет, там нету ничего интересного и мини-подвал. Ну что ж. Там же не было никаких табличек, ты не влезать, не влезать. Нет. Ну тем более открытые двери. Да, 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 вот все это, блин, очень круто. Кэссинг. Ну он, судя по всему, не пашет. Здравствуйте. Рецептик есть, нет, что ставим, ждем. У нас тут метронидазольчик. Еще там что-нибудь, я не знаю, что вам надо, все есть. Галоперидол. Что-нибудь послабже, покрепче. А, вот, да, солька здесь завалялась немножко, надо, нет? А, и кстати, если вы не знаете, что еще воссоздать, сейчас мы тут, вот смотрите, сейчас мы тут. Все, о, вот все, грибочки пошли, василек, сейчас сообразил, было бы время, да? Да, в коробочку все сложим. Конечно, коробочку. Только за коробочку еще 100-250-20 миллионов евро заплатите. Блин. Согласна. Охрененно, ты прикинь. Не, мне вот эти вот, блядь, коробочки так нравятся, это вообще. Интересно, а мы до чего дышимся? Вот эти шкафчики тоже кайфовые. Прикинь, сколько лет этому, это же все вообще такое старое. Отсюда хлоп тебе на галоперидол. Угу. Хлоп тебе аминодина в таблеточке. О, это я помню, Макс, квартира. Это что-то недавешнее, кстати. Угу, коврики для мышки. Где? Вот это Макс в карте. А, это... А, да, кстати, реально коврик, да. О! Здесь прям что-то очень большое руководство склеившееся. Шкаф канцелярский, металлический.
Да ладно. Аналитическая химия не нужна. Пожалуйста, отдаем для тех, кто скажет формулу хуем ее пиздатого. Но на эстонском языке. О, физиотерапия с голой бабой на аватарке. Слушай, а это что за фигня? Ну, он тоже не работает. Я нашла ком тоже. Это же датчик, но... Мы бы зашли, он замигал. О, чудненько. Идешь? Там вообще в какой-то кабинет зашел, такой даже сильный запах, вот эти даже больнички, аптеки, все лекарственные пахнут. Где они там? Подожди. Постой. Ебать, атмосфера на фото получилась. А можно... Иди отсюда, подожди, мне нужно, чтобы не отфоткали, потому что это такое писатое место. Пуск! Что там? Ты ком? Посмотри. Да, это все вместе, да я не знаю, так. Постапокалипсис. Что? Постапокалиптическое. Да, я к этому готовлюсь. Морально. Кыся, сюда иди. Сейчас Кыся подойдет. Короче, смотри. Вот такая вот фотка, тихо, на выдержке, короче. Чего там интересного нашли? Ты только не свети, нет, потому что с подсветкой уже не то будет. Он выдержку сам делает, подожди, ты не нажимай еще нихуя никуда. И руки не дергай, давай. Всякая физиотерапия и другая медицинская литература. Че это? В 6-м году письмо какое-то сюда пришло. Mm. В 6-м. Ух ты. Убери свой свет. А что, чем вы там занимаетесь? Свет убери, да, у нас твоя атмосфера. Все равно светишь. Все просто бегут. Посмотри, какие мы двери, слышишь? Постой, а можно я с тобой? Звони на прием. Здрасте. А это что, квартира? Ух ты. Прикинь. Блин, там трупак. Я не понял, реально. Прикинь, походу квартира была. Походу, да, на втором этаже. На первом типа аптека, зубной врач, на втором хата. Кстати, такая люстра. Шикарненькая. Вот це. Понимаешь, в деревнях детские ставили, наверное, похоже. Не похоже было. А ну на кухню. Так, это очень интересно. Какой тут запах. Хорошо, что камера не передает вот эти ароматы. Они здесь не очень. О, грелка. Синяя. Не знаю, первый раз. Я же говорю, это грелка 100%. Зуб даю. Давай. КТ. Это пес. Единственный в мире малышка это пес. Это твой. Мой белый черный. Ну, подкрасить. Подкрасим. Моего в черный тогда. Так, интересненько. Пойдем дальше. Да, на запах здесь.
Да. А, и все? А, еще. Тут тоже красили что-то недавно. А. А, ну что-то. Парикмахерская, судя по всему, была. Думаешь? Ему похоже. Смотри, батареи, четвертый. Это кнопочки. Крутинка. Не надо, не трогай. Паутинка. Класс. Да. Где девчонки? A few moments later. Там голову камни насадили. Такой громкий. А как по-другому? Ну, судя по всему, тут уже ничего не работает. Ну да. 2013 год. Тут уже пусто, пусто совсем. Зачем мне какой-то кабинет? А, ну, и мозги они уже раздолбали. Не, но он снял тут. И прямо напротив нас машина для беседы. Машина какая-то стоит. Там не беседа, вот в той машине. Я видел. Да мало воды. Книжки, книжки. Это что такое? О. Врачебный кабинет. Ну, так удачно все поснимал. Ну да. Тут все между этажами были занавески первый раз вижу. Понял сразу наверх? Ты хочешь, слышишь, нам перекрыли там эту самую дорогу. Машина встала. Да, тут уже борода. Какой-то дневной центр был в этом помещении конкретно. Написано было. Ну, погнали. Нет, ничего интересного. Да. Ладно, погнали, ты еще обвалится чем-то на голову. Куда ты? Если, например, люди здесь живут, но реально ничего не делают, просто потому что у них нет сил, им лень, у них нет денег, и, ну, нахер они будут, типа, стричь, брить и так далее. Но, типа, есть и есть, слава богу. Крыша над башкой не счет, уже хорошо. Поэтому здесь вот по факту хер просышь, как бы есть кто-то или нет. Дальше точно жилые дома, там машины стоят. Вот это жилое. Давай посмотрим. Я вижу, подвал открыт. Смотрите, такие двери. А? Дверки, охренеть. Открыто? Открывается? Пойдем.
Ух ты ж. Правда, коллапс. Угу. Настоящий. Ёлка. Ёлка, смотрите, это, знаешь, этот челлендж, кто последний выкинет? Ну, уже скоро Новый год, если что. Ну, вот, тем более. Блин, тут кошатины, конечно. Хорошо курящим, я не чувствую. Блин, я... Какой-то такой неприятный запашок здесь явно присутствует. Кошатины. Нет, он... Он что-то вернулся. Это сквозняк, я думаю. Может, кто-то есть... Кто-то живет. А приколите, если, например, Тоха. А? А приколи, если ты в этом доме где-нибудь живешь, и тебе нужно каждое утро и вечер заходить через вот это вот. Может быть. Это трешак, конечно. Полный. Угу. Столько бутылок, да? Это неописуемо вообще. Но при этом, например, за хат 250 евро. В лучшем случае. Нет, в лучшем даже. Тоже, да, тут максимально все. По-моему. Разбомблено, но... А вон, кстати, твои аккуратненькие с виду. Кстати, да. Сейчас я подойду поближе. И, кстати, нифига аккуратненького в этом нету. Не, почему? Здесь бабушка живет. О, блин. Бобины. Приколи. А, это музыка? Да, 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 да. Смотрите, вон, явно бабушка жила. Какая-то, которая еще. Интересно, что Диман перевел? Это значит, кто-то сюда зашел? То есть и там вон, напротив, чтобы вы понимали, у людей. Сейчас поближе приближу. У кого-то даже кондишки стоят и нормально себя чувствуют. Приколи. А ты приблизь. Я приблизь. Они пустые. Там, там вон, там видно, как развивается все. А, вон. Да, женщина напротив. Ни хера, что нас заметили, кстати. А? Нас заметили. Да? Да. Ладно. Баба не заметила. Ну и что? Ну если что, мы культурно скажем, что мы пофотографировать пришли. О, фотообои с 90-х. Ну да. Ну, это только тогда было модно. А сама планировка квартиры, кстати, очень интересная. И вполне себе богатенькая, я бы сказала. Ну, было, да. Хлопчук отдельно, ванна отдельно. Комнатка. Там, получается, вид на кухне было, да? Угу. А, нет, скорее всего, здесь кухня должна быть. Куда делась женщина с балкона? Ушла, выбежала? Может, побежала звонить ментам, я не знаю. Ну, даже если не приедут, и что? Послушай, пока не приедут, мы отсюда уедем уже будет что-то. Поможете, барахлишко. Ну, по крайней мере, все это скажем, куда еще. Реально, ты куда же всего? А, ну да, что я? Ну все, максимально раздербанено. О, шкурка какая-то. Ай. Ну, запила. А, нифига, то есть, приколите, брошенная антенна. У кого-то была кабельная, спутниковая. Слушай, я вот каждый раз на вот такие вот освети пол. Смотрю на такие места и типа, а как это произошло? Да просто приходит и трэш наводит. А, типа кто-то оставил, чтобы... Да, конечно, просто. Потом выкинули какие-то... А, окей. Это типа вандали... Фотки смотри. Угу. Не будешь? Нет. Хорошо. Блин, ну это очень классные фотки старых времен. Это похоже на учительницу какую-нибудь. Очень прикольно. Красивая женщина была. Или, может быть, есть. Ну, здесь вообще трешачок тоже не пробраться. Mm-hmm. А? Путину я в это. А что там? Вообще ничего. Ничего ничего? Ну, значит, трешачки советские стоят. Так, кстати, ну, тут вообще, кстати, да, вообще вывезли все. В Таллине тоже много типа стоит. Какие-то старые плакаты. И, кстати, ни одной группы, что тут, против табака были или, наоборот, за табак? Не знаю. Элит, да, за табак. А, и машинки. Выгоревшие. Судя по тому, та часть тоже заброшена. Смотри в окно. Да, кстати. Даже несмотря на шторки. Блин, ну красиво вылезло. Ну, в смысле, как красиво.
По своей эстетике красиво. Это да. Интересно такое, да. Сандер плюс кто? Кто-то здесь в любви признавался. Да. Местные, как бы. Думаешь? Я думаю, да. Ну а кому еще сюда? Так извините, нет, тут место, скорее всего, вот эта женщина или что, какой-нибудь старичок там был. Не, ну это ж, что это, ПГТ? Что это такое? Поселок городского типа. А. Не, ну здесь я не знаю, но это, конечно, выглядит мощно, достаточно аутентично. И чисто вот так вот просто зайти, не ходить. Но по факту это же какое-то время назад реально жили живые, настоящие люди, которые... У них здесь была жизнь, у них все было красиво, и потом в какой-то момент хуяк, и не все оттуда съебались. Как это произошло? Почему? Что? Ну, это же не... Что там у нас? Ну, не война, не авария, ничего. Что, ну, скорее всего, потому что здесь нет никакого производства. Пенсионеры, скорее всего, уже все отправились на тот свет, а молодежь просто съехала. Молодежь валит в города. Нет, то есть получается, это значит, какое-то время строили для тех людей, которые должны были здесь... Совхозы были, работать, да, ну, в совке, например, уже сделали какое-то производство, которое сейчас накрылось, и поэтому оно уже больше не рентабельно. Целый поселок по факту должен вымереть. Вопрос. Мне прям уже самой интересно подойти к той женщине и спросить, а вы здесь что делаете? Доживаю свои дни. Блять, она молодая, по ней видно. Блондинка, еще крашеная, на это тоже деньги надо. То есть, по факту, человек живет, грубо говоря, один в четырех домах, которые вообще никому никак ничем не относятся. Фу, что сказать? Матом сказать? Матом меня опять запикают. Хотя нет, зайдешь, запикать, поэтому не запикаешь. Да. Ладно. Давай, проходи. Нет. По сути, можно тоже глянуть, но да. Если мясо мы видим, что новенькое. Ну, судя по тому, как здесь все заросло, тут брови, ну... Ну, я видел, я не знаю, попала ли она на видео, но я машину, я там стояла. Ну, я говорю, там дальше идут такие же дома, но уже с жилые. Цыгали просто весь следующий дом, он по факту весь нежилой, он выглядит так, просто один балкон, и там женщина сидит. Ну, нормально. Не, может быть, она тоже с прикольцой такая, как ты зашла? А, да, зашла, похоже. Ну, нет, представить себя в местном окружении такая. Угу. Ну, Вов, ты же маленький, никуда ты не хорошо, что новые штаны. Нет. Ой, ёпты, здесь что-то... Нет, меня не пустит, блядь. Ну, ты тут горело? Горело, воняет, да. Да, недавно горело. Вот, потолок весь чёрный. Угу. Ну, говорю, малолетки лютуют. Воняет, кстати, насрал тут. Коты или... Нет, ну, на... успел. Вон тут, походу, костер разводили бы. Да ладно, да. Да, но он половицу вынесли. Вот, да, видишь? А, хера себе. Подгорелая дверь. Да, да, да. То есть отсюда пожар начался. Блин, ну по факту... Нет, тут было бы очень интересное место для снятия какого-нибудь атмосферного своеобразного... Хоррора. ...этого видео. В эту сторону, да. Но, бля, как минимум напрягает то, что окна выходят на ту часть, где люди еще живут. Вон там более новые домики такие. Да, там может быть и живут. Да, вряд ли они новенькие. То есть, ну, то же самое, скорее всего, просто отреставрированные. Так Отреставрированные. Но ты бы хотел жить по соседству вот с таким вот? Да, в принципе, без разницы, мне кажется. Если тебе есть где работать, что делать, и еще хотелось бы в каком-то интересном месте посидеть и побухать, ну, например, побухать как для меня, для кого-то помедитировать, может быть, я не Алиска, знаю. Алиска, забирай домой нет. Холодильник пивной. Это в квартире у кого-то было? Слушай, а может, есть же вариант, что это был, знаешь, как эти... В советское время и в России сейчас есть, у нас, по-моему, нет такого, когда у тебя на первом этаже дома есть магазинчик. Ну, может быть, но это магазинчик. Ну, хз, ну, не я знаю. Я же, по-моему, вполне себе подходит. Может быть, там, типа, микрокафешка или там что-нибудь, или, например, в основном месте они жили, а здесь вот у них там пивасик на вынос, угу. Вон толчок посреди коридора стоит, почему нет? Не, ну, непонятно, кстати, очень. Ну, холодильник, да, вообще как бы имбовый.
Бомба. Да. Это вот сверху. Нет, это не реклама, если что. Вообще нет. Интересно, меня они за это выкинут из машины или нет? За что? За это. Что тут? Мне не хватает. Понятно. Нет, плохо, что я не пью, не пью. Так положи ее где-нибудь. Где я? Пока. Там потом заберешь. Все, здесь положила. О. Бабка, он уже будет. Ребята, смотрите, здесь арты еще сделаны. Кстати, очень интересный дизайн. Ну, блин, по глазам бьет, кстати, очень такой цвет, я бы сказал. Цвет жестокий. Да, для глаз. Да. Как-то дизайн называется громкий. Ну, блин, с ума можно сойти, кстати. Причем... Обычно такое делают для детей, кстати. Нет, наоборот, зеленый цвет, он успокаивающий. Да ни хрена ж себе, меня, допустим, по глазам бьет успокаивающий цвет. Тут максимально все. Медиаху уже стащили все. Успокаивающий — это что-нибудь такое, хотя тоже, если сильно подъебешься, начнешь считать вот эти вот точечки с дырочками, и такой, типа, и все, и пошла. Блин, ну у меня так крыша не верит. А. Простите. Спалилась, да? Ну, типа, походу. А ты считаешь точечки наоборот? Нет. Пока нет еще. Ну, все на свое время. Блин, так это все интересно. Ну, так еще этаж есть? Да. О, здесь кто-то пытался рисовать с настоящего. Ну, можно выйти на балкон покурить, кстати. Тут даже есть кресло. Не хочешь? Такой разъебанный баскетбол. Я реставратор, но не высокий. Блин, ну выглядит это, конечно, вообще... Не, на самом деле... Еще под этими тучами смотри кадр. Это вообще максимально... Вот, я хочу себе эту фотку. Блин. Делай. Покажи, эпично. Кстати, чисто за себя скажу, если бы мне предложили, что вот, например, приезжай вот в такой вот поселок, который вот только отстроили, например, на то время, да, я тебе отвечаю, у тебя есть предприятие, на котором ты работаешь, получаешь столько-то денег, у тебя тут рядом, например, хутора, корова, молоко, там, хлеб, соль и так далее, я бы переехал. Нет уж, спасибо, я живу в поселке. Все, его шоу, блин. Ну нахуя, блядь. Да, ну за... закрутится еще. О, котик нас потерял. А ты тут живешь? О, смотри, звук. Хэллоу. Нет, надо ходить. Я не думала, что нас видишь там в Тоху еще. Нас слышно, кстати, аж у нее в машине, если что. Ага. Вот он, прикинь, ясно, простите. Сейчас спустимся по Машам. Смотри на потолок. А? Давай. Там закрыто, спустим. На потолок. Ух ты ж. А все болтается. Ага. Почему тут груз сразу? Кто делает зеленый стол? А? Что делает зеленый стол? Мне это интересно, он его таким купили или сделали? Не знаю. Слушай, ну все вот это вот так интересно выглядит. Почему это так повешено? Ух ты ж, дождь пошел, прикали. Так, я же сказал, что давай быстрее, я скину его. Ебать! Вот он, молодец. Сидеть. Сиди. Это прививка должна быть. Вот реально. Медведя. Да. Дождик, ты грибной пошел, кстати. Ну шо вы, пошли за этими горькушками. Так, сейчас подожди, я фотку делаю. Я тебе, если кто здесь вот на каждом этаже, в каждой хате, слушай, вытащил сортир и поставил его в коридор. В каждой, причем на каждом этаже и в там. Чтобы не срали. Кого-то, если кого-то приспичит, он так не положит кучу где-то. Вот здесь кто-то любил бухнуть. Жестко. Угу. Вот запах санили, конечно, на каждом
туда же присутствует. Ну да. Может быть, кто-то решит. Ебать, пупса видел? Пупса сверху. Выглядит максимально, кстати, вот когда кубки попадаются в таких местах, это неебически стрёмно. Бля, я их, походу, потерял, короче. На заброшке. Эй, народ, чего вы там потеряли? Что, мы водителю нашему помахали в окно. А. Анечки мы не называемся, да. А, еще и фотки классные сделали. Я сейчас изобразила себя Молочковых. Потом скинем фоточки, посмотрится. Спасибо, Мерси Кэт, за спонсорство на канале. Мы купили перекусить. Набираем все сил для следующих забросов. Спасибо. Что ты купил-то хоть? Покажи я всем. Я купил себе. Что за это смайлик? Смайлик я себе купил. Открывай, что там за хап? А там... Что это? Вкусняшка.